также рассказывая вам о тонирующих средствах с хорошей SPF-защитой, я не могу не упомянуть о своих любимых двух позициях от марки Bobbi Brown. Это уже профессиональная марка именно декоративной косметики, это уже не уходовая косметика, это BB-крем и CC-крем от марки Bobbi Brown. Оба этих крема с SPF-защитой 35, что очень-очень хорошо, то есть для меня этого вполне-вполне достаточно. И BB-крем у меня в оттенке medium, а CC-крем я использую в оттенке warm nude. Оба данных продукта в объеме 40 мл. BB-крем, как вы знаете, это очень хорошее средство, если у вашей кожи есть какие-то неровности, вам надо ее одновременно подпитать и увлажнить, и выровнять ее тон, плюс заживить какие-то маленькие ранки. Вот данный BB-крем является уже несколько лет моим любимчиком, потому что он, с одной стороны, очень хорошо тонирует и скрывает несовершенства моей кожи, когда они у меня есть. У него очень хорошая SPF-защита, которую даже в летнее время мне достаточно. Плюс он отличным образом действительно заживляет мельчайшие ранки и следы от прыщечка. То есть, нанося его утром, понимая, что на вашей коже есть любые проблемы, которые надо залечить, вечером, когда вы будете снимать остатки данного крема с вашей кожи, вы увидите, что проблем на вашей коже стало значительно меньше, то есть вот тот самый заживляющий эффект у этого BB-крема, он очень и очень сильный, и тонирующие свойства тоже достаточно сильные, то есть в летнее время это базовая моя и SPF-защита, и одновременно тонирование более плотными тональными основами я не пользуюсь, мне вот этого BB-крема вполне-вполне достаточно. Есть еще второй, это CC-крем, это Color Correcting, он по своему покрытию более легкий, чем BB-крем, то есть если BB-крем дает более сильное перекрытие вашей кожи, то CC-крем дает небольшую цветовую коррекцию, он еще легче, чем BB-крем. И, в принципе, если на моей коже нет каких-либо покраснений, ярко выраженных высыпаний и прыщечков, я с удовольствием пользуюсь CC-кремом, и мне также его вполне-вполне достаточно. Он подстраивается под цвет моей кожи, очень красиво ее подсвечивает, аккуратненько, очень мягко выравнивает тон, и результатом я очень-очень остаюсь довольна. О SPF-защите с тонирующим эффектом я вам уже рассказала, а теперь я вам расскажу про свои базовые увлажняющие дневные крема, в состав которых также входит SPF-защита. Итак, мое первое дневное увлажнение с SPF-защитой – это вот такая вот позиция от американской марки Murad. Это Balancing Moisturizer с широким спектром защиты и SPF 15. Это позиция из линейки Poreform, то есть направленная на балансирование вашей кожи и на сужение ваших пор. Данная туба в объеме 50 мл. SPF защиты 15 для меня в летнее время является маленькой, но в весеннее время или в осеннее время, особенно в пасмурную погоду, я с удовольствием пользуюсь данным кремом, и с одной стороны он увлажняет мою кожу, с другой стороны он сужает поры, и с третьих он дает мне ту необходимую SPF защиту, которой в пасмурный день мне вполне-вполне достаточно для того, чтобы на моей коже точно не возникло никаких проблем, никакой дополнительной пигментации и фотостарения тоже солнечные лучи не вызывали. Данная туба с колпачком, он открывается, и вот такой вот носик-дозатор. Очень приятная белая консистенция, легкое увлажняющее средство, которое отлично подходит для моей комбинированной кожи. Рекомендую, данное средство у меня достаточно давно, и оно мне очень-очень нравится. Вообще, рекомендую вам обратить внимание на линейку Poreform от марки Murad. В ней есть очень неплохие позиции, в ней есть очень неплохой дуэт для уменьшения ваших пор. Это специальная маска-скраб на глиняной основе, и это специальный Pore Sealer. Это такая субстанция, которая сужает ваши поры, как бы склеивает ваши поры и делает их визуально совсем незаметными. Еще одна SPF-защита, совмещенная с базовым увлажнением моей кожи, это вот такая вот позиция от марки Caudalie, о которой я вам уже рассказывала в своем видео про поездки. Я, собственно, ее и нашла в поездке. Это флюид. Флюид Anti-Rides Polyphenol C15. Это специальный флюид с SPF-защитой 20, в данном случае от морщинок, защищающий вашу кожу, увлажняющий вашу кожу, в состав которого входит витамин С, который, как я уже сказала,
борется с морщинками. SPF 20 — это для меня такой пограничный SPF. В принципе, в большинстве случаев мне его вполне достаточно. Также этот флюид есть в формате крема или лосьона. Вот крем-лосьон, он чуть более жирный, он чуть более тяжелый. Я для себя выбрала флюид, потому что это самая легкая консистенция. Я, как уже сказала, я для своей кожи стараюсь выбирать максимально легкие консистенции. Данный флюид для всех типов кожи. Такая вот беленькая субстанция, носик-дозатор. Очень удобно, как вы знаете, я очень люблю средства с носиком-дозатором, когда контакт самого крема с кислородом не происходит. И данным флюидом я пользовалась во время практически всей своей поездки и очень довольна его результатом. Еще одно средство, которое мне очень-очень нравится, также от марки Caudalie. Это линейка WinExpert. Это флюид Bon Min SPF 15. Он также в объеме 40 мл. Он также подходит для всех типов кожи. У него же вот такой вот дозатор, который защищен крышечкой. Это легкий флюид, который с одной стороны придает вашей коже легкое сияние, а с другой стороны в нем содержится SPF защита. Ну, 15, опять же, я повторюсь, это неплохая SPF защита в пасмурную погоду, либо в период весны, осени, зимы, то есть когда солнце не очень активное, когда оно не очень яркое. И в данном случае, если вам хочется вашу кожу чуть освежить и чуть подсветить, то вот этот вот флюид, он справится со всеми тремя функциями. Он с одной стороны увлажнит, с другой стороны защитит от ультрафиолетовых лучей, и в-третьих, он отлично подсветит вашу кожу и немножечко может выровнять тон вашей кожи. Вот. Им пользуюсь периодически, не могу сказать, что пользуюсь постоянно, но периодически пользуюсь, возвращаясь к нему опять и опять, и он мне правда нравится. И еще одно средство, которое направлено на защиту моей кожи от ультрафиолетовых лучей и которое всегда ездит со мной в моей сумочке, это вот такая вот малышка. Собственно, специально малышка, потому что малышку удобнее всего возить с собой в сумочке. Малышка объемом 5 мл. Малышка от австралийской марки Ultraceuticals. Это Ultra Protective Daily Moisturizing SPF 30, который еще и mattifying. То есть это вот прямо штука для меня, потому что это очень легкое дневное увлажнение для жирной и комбинированной кожи, которая матирует, увлажняет, и в котором SPF защита 30. 30 это достаточно высокая SPF защита для меня, которой мне достаточно, и если вдруг у меня по каким-то причинам нет под рукой моей основной SPF защиты, либо мне в течение дня надо обновить SPF защиту на моем лице, я прибегаю к помощи вот данной малышки, и она меня очень и очень выручает и с точки зрения увлажнения моей кожи, и с точки зрения защиты моей кожи тоже, чем я очень и очень довольна, признаюсь честно. Пожалуйста, не забывайте, выходя из дома, наносить на ваше лицо SPF защиту. Подберите, пожалуйста, оптимальный для вас фактор SPF защиты. Я рекомендую все-таки в солнечное время года и в солнечные дни не опускаться ниже SPF защиты в 20-25, для того, чтобы чувствовать себя уверенно, для того, чтобы не задумываться о том, что какие-то новые морщинки либо какая-то первая пигментация может появиться на вашем личике. Будьте, пожалуйста, красивы, будьте, пожалуйста, молоды, ухаживайте за собой, любите себя. Спасибо большое, что смотрите мои видео, спасибо большое, что остаетесь со мной. До скорых встреч на моем канале. Пока-пока-пока!